Человеческие страхи. Они присущи всем нам. Мне и тебе. Кто-то живет с ними всю жизнь, а для кого-то достаточно сделать всего один шаг. В одном из видеороликов я спросил, а чего боишься ты? Вариантов было очень много. Ты не поверишь, но я тоже человек. И у меня, мой друг, тоже есть свои страхи. Ой, фонари. Прекрасная погода, свежий морозный воздух и стакан крепкого горячего чая. Что может быть лучше? Гуляя по одному из ваших излюбленных мест, вы даже не можете представить себе, что здесь было много лет назад. Я расскажу тебе историю про одно очень интересное место, в котором мне не так давно удалось побывать. Ты узнаешь всю правду. Пансионат «Голубое озеро». А дело было так. Красиво, правда? Ничего не заметил. Огромный комплекс со своим основным шестиэтажным зданием. Толстые стены, железобетонные перекрытия. Ты какие стены делали? Это 100% были не бедные люди. Армированные стены. Своя водонапорная башня. И бункер в центре комплекса, рассчитанный на постоянное пребывание свыше 100 человек. В пансионате. Интересно. Еще более интересным является тот факт, что хозяев этого места последний раз видели в начале 90-х годов. И больше про них никто и ничего не знает. Существует много разных версий, но одна из них кажется наиболее правдивой. Возможно, это просто слухи. С самого начала съемок начали происходить очень странные вещи. Прожектора, фонари, все наше световое оборудование было полностью заряжено и готово к съемкам. Но в один прекрасный момент они просто начали
гаснут. Один за другим. И я остался в полной темноте. Я очень не хочу стоять на улице, здесь открытое место. Здесь просто даже никто, ребят, мне помощи не окажет, если б я с пацанами был. Тут есть кто-нибудь? Ай, это заливает. Тихо, спокойно. Блять, сердце колет. Сейчас, подождите, ребята, сердце колет. Значит так, ребят, у меня с собой прибор УЭФ. Сейчас на втором этаже попробую. Попробую измерить. Пусто. Это прибор. Прибор, ребят, измеряющий электромагнитные волны. Подскажите, ребят, что за пи***ц? Я с оружием, выходи, говорю еще раз. Это есть. Заняли точку. Заняли точку. Заняли, говорю, точку. Идем до второго этажа так.
и со мной у меня все получится, я не один. Поехали. Предупреждаю. Оружие, говорю, заряжено. Что это было? Что это такое? Что? А? Что? Предупреждаю, говорю, я с оружием. Если здесь есть кто-то, выходи. Сразу после съемок мы начали смотреть тайм-коды, которые вы оставили в комментариях под видео. И скажу вам честно, кадры, которые мы увидели, могут повергнуть вас в ужас. В пустом заброшенном здании любой звук раскатом эхо пронесется по всем комнатам. Скорее всего, это просто звук воды. Я напоминаю, что тогда шел дождь, и вода просто скапливалась лужами на полу. До 76 ударов в минуту при нормальном пульсе человека в 65-85 ударов. Что же настолько сильно меня испугало? Скорее всего, это просто капли воды за моей спиной, либо просто стечение обстоятельств. Но голоса слишком четкие, и объяснений этому моменту по сей день у меня нет. Там есть подвал. Ага, ну да, расскажешь. Чудовище в 21 веке. Ты серьезно? На первый взгляд страшно, не правда ли? Но самые внимательные увидели это. Да, ребята, это просто игра света. Ну и немного нашего воображения. Я уверен в этом. На 100%. Сразу же после стрима в наш телеграм-канал Hard Inside прилетел этот видеоролик. И поначалу мы были сильно удивлены. 4 вообще отдельных прибора. Причем которые на аккумуляторах работают. Это просто дым от электронки, наше воображение и игра света. А не монстр. Где-то позади нас. Вот и подошло к завершению это видео. Что правда, а что нет, судить вам. Кстати, недавно мне рассказали про еще одно место, в котором творятся очень странные вещи. Но это, мой друг, уже совсем другая история. Ну что, все закончили? Да, ебой. Ребят, мы все наконец-то сделали. Вот, я очень надеюсь, что ролик вам этот зашел. Первый наш такой опыт за долгое время. Я очень хотел, ребят, в 2022 году выйти уже на новый уровень съемок и что-то интересное делать. Не знаю, зашло вам или нет, но получился такой мини-фильм с интересной историей. Так что, если что-то где-то у кого-то реально творится, только пишите, пожалуйста, в директ инстаграма hard.inst. Давайте вот так. Вот, пишите, и мы обязательно приедем, посмотрим. Только пишите реальные истории, у кого какая-то, ну, там, типа, движ, Париж, там, все дела. Вот. Ну, а с вами, как всегда, был я, Леха, канал Hardplay. Всем, кому не сложно, подпишитесь на канал. Буду очень рад. Все, всем удачи, встретимся в новых видео. Пока-пока.